Высокое качество колбас, шашлыков, сосисок, паштетов и прочей мясной продукции Лидо хорошо известно латвийским покупателям. Высокие стандарты обходятся фирме в немалые затраты. Кроме того, в крупные торговые сети продукции Лидо попадает с приличной торговой наценкой. Новая колбасная и мясная продукция Лидо концептуально отличается от той, которую покупатели видят на полках супермаркетов. В основном во всех продуктах питания, которые продаются сейчас на торговых полках, везде есть усилитель вкуса как таковой, да, который мы знаем, больше всего знает население, как Е621, которого все панически боятся. Поэтому мы решили в наших новых продуктах полностью исключить вот этот Е621. Добавление консервантов продлевает срок реализации продукции. Если вы видите на упаковке сосисок длительный срок годности, не должно оставаться сомнений в том, что этот продукт начинен химическими добавками. Чем длительный срок реализации, значит, тем больше добавлено в эту продукцию каких-либо ингредиентов химического происхождения. Мы говорим, что в наших продуктах есть 3-4 дня срок реализации, и тем самым мы говорим то, что это есть гарантированно более полезный для человека продукт. При производстве более 40 наименований новой продукции – колбас, сосисок, сарделек, ветчины и паштетов – вкусовые качества обеспечиваются использованием натуральных ингредиентов – лука, чеснока, черного перца, меда, горчицы, различных специй. В качестве оболочек используется только натуральное кишечное сырье. Амбициозный план фирмы предусматривает торговать более полезной и экологичной, но более затратной продукцией в собственных магазинах. Этот продукт находится только на данный момент в нашей системе магазинов. Этот продукт никогда не увидите в больших торговых сетях. Это есть совершенно другой продукт, который мы изобрели сейчас. Более здоровая продукция с лучшими потребительскими качествами стоит дороже, но покупатели понимают, что деньги при этом тратятся не зря. Не переплачивая посредникам, Лидо сохраняет доступный для покупателей уровень цен на свои новые продукты. Она процентов на 20 дороже, но по сравнению с продуктами, которые есть сейчас на прилавках супермаркетов, она есть все равно дешевле в наших магазинах. Компания стремится к тому, чтобы покупатели по-прежнему ассоциировали название фирмы Лидо с гарантией качества.